соцсетях 41-летнего оренбургского священника закидали гневными комментариями. Иеромонаха Климента Кораблева приговорили к 13 годам лишения свободы. За растление и спаивание малолетних отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. По версии следствия, настоятель прихода в период с января 19 по февраль 20 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних подростков, одного из которых вовлекал в систематическое распитие спиртных напитков. Преступление он совершал на территории города Бугруслана и Алексеевского района Оренбургской области. Сам иеромонах назвал все произошедшее недоразумением. Священника-педофила задержали в начале мая прошлого года. Уже 2 мая, по информации Бузулукской епархии, его запретили священнослужение. К слову, это не первая уголовка о педофилии в Оренбургской области, где в деле фигурирует духовное лицо. Ранее в регионе за то же деяние арестовали настоятеля Свято-Троицкой обители Милосердия Николая Стремского. Он был усыновителем 70 детей, шестеро из которых пожаловались на него из-за домогательств.